Красноярцы, ехавшие на поезде в Москву, стали невольными участниками аварии на железной дороге. Состав сбил стадо коров. 15 животных начали переход через рельсы перед поездом. Машинист пытался остановиться, но тормозной путь оказался слишком большим. Коровы погибли. В результате удара локомотив получил повреждения, и три состава были задержаны на 50 минут. Пассажиры, проводники и машинисты не пострадали.